О. 152 клипа сделали. Если хочешь с нами увидеться, просто приходи на наш концик. Блять, женщина! Женщина! Да играл. Если хочешь с нами увидеться, просто приходи на наш концик. Блять, как же он чувствует? Прикольно. Прикольно. Если хочешь с нами увидеться, да, просто приходи на наш концик. Я тут меня не очень определяю, но я бы трахнул. Бля, тоже прикол, спасибо. Ёбаный факт. Если хочешь с нами увидеться, просто приходи на наш концик. Бля, спасибо, спасибо. Хуя, лайк. А как репостить? Капец, блять, еще! Если хочешь с нами увидеться, просто приходи на наш концик. Блять, спасибо, спасибо. Если хочешь с нами увидеться, просто приходи на наш концик. Бля, я думал, там будет вторая какая-то нахуй. Если хочешь с нами увидеться, просто приходи на наш концик. Нахуй, зима, какая зима, забудь, блять, только сейчас бы еще осень пережить, блять. Дай дожить, это что, блять? Если хочешь с нами увидеться, просто приходи на наш концик. Если я вам есть 18, я вас готов... Ебать их надо, блядь! Чё за хуйня? Лайк, блядь. Интересно, им есть 18? А, знаете чё? Мелшер пообещал то, что если у кого-то завирусится трендовый какой-то танец, то он даст 10 тысяч рублей, и я, собственно, к нему присоединяюсь, и от меня тоже тогда будет 10 тоже. Ой, блядь. Уя, блядь, а чё у нас, почему у нас подписчицы девочки красивые все? Тут уже у меня уже лайк стоит, блядь, это уже как бы нахуй, да. Если хочешь с нами увидеться, просто приходи. Блять, та же такая же, как у меня. Почему у меня она поржавела, а у него нет? Чё за хуйня? Чё за так называемый пов, блять, траха? Ой, куда? Чё ты мне сделал? О, нарезка. 1,6 миллиона просмотров. А, вот это дело. Всё, вот всё нормально. Я про себя только нарезки и смотрю в ТикТоке. Так, ещё. Если хочешь с нами увидеться, просто приходи на наш концик. Форсим танец. Бля, я сначала подумал, хуйня какая-то, но это ж, блядь, я просил форсить этот танец, блядь. Если хочешь с нами увидеться, просто приходи на наш концерт. Ну, такие байты тоже хорошо, прикольно. Вот эту хуйню, блядь, вставили. Это что? Если хочешь с нами увидеться, просто приходи на наш концерт. Don't stop the party, сегодня твой парень сидит. Я буду пьяный, слышь, вызови мне такси. Просто без нет, все жестко висит. Ты купишь билеты. 10 звездочек в Телеграме, и я делаю себе такой маникюр. Да-да. Да нихуя ланцентник это, блядь, этот, бомбардирует этими тиктоками. Бля, у него награды какие-то. Нихуя, блядь. Если хочешь с нами увидеться, да откуда приходи... женщины, бля, я в жизни нахуй не поверю то, что меня женщины хочешь смотрят. С нами увидеться, просто приходи. Я не верю, бля. Если хочешь с нами увидеться, просто приходи на наш концик. Что-то липсинк не попадает, у нее либо Xiaomi Redmi Ultra GTX 3000 мегапикселей, либо это просто, ну... Наёб какая-то. Вот бы он спел. А он тут при чем нахуй? Он тут, блядь, каким хуем, блядь? Если хочешь с нами увидеться, просто приходи на наш концик.
охуенной. Если хочешь с нами увидеться, просто приходи на наш концик. Это лайк сразу. Это сразу лайк. Если хочешь с нами увидеться, просто приходи. Да чё за хуйня? У них даже зубы ровные, я, блядь, поверить не могу, нахуй. Да чё за пиздец, блядь? Это что? Если хочешь с нами увидеться, просто приходи на наш концик. Don't stop, запарись сегодня твой. Если хочешь с нами увидеться, просто приходи на наш концик. Don't stop, запарись сегодня твой парень сидит, я буду. Их, они дюпаются, женщин все больше, блядь. Хуя, они, кстати, мощный танец придумали. Надо с Игорем попросить этот. Может быть, позвать их? Хуя, они ебашат. Ебнуло стрим. Не, обновите, все нормально. Это что? Если хочешь с нами увидеться, а, блять, это хорошо, сука. Блять, мы иногда, сука, с аутсайдером тупые походки по центру города репетируем, блять, чтоб люди охуевали. Если хочешь с нами увидеться. О, это вот, если б со мной бы фоткались подписчики, вот так бы это выглядело. Просто приходи на наш концик. Don't stop, запарись, сегодня твой парень. Охуенно, да, мощно. Если хочешь с нами увидеться, просто приходи на наш концик. О, чел, блядь, просто перезалил мой тикток. Чё, блядь, просто чел взял мой, перезалил, блядь. Если хочешь с нами увидеться, просто приходи на наш концик. Don't stop, запарись, сегодня твой парень сидит. Я буду пьяный, слушай, вызови меня. Теперь говорите, что только у Мелшера девочки подписчицы. Вот-вот, блядь, вот, о, не, лайк забыл поставить. Если хочешь с нами увидеться. Блядь, ну я не знаю, сейчас подождите, может я репост еще смогу жать? Не, не смогу, блядь, это только с телефона. Но я потом прожму еще репосты. Если хочешь с нами увидеться. Еще женщина, чё за нахуй? Блядь, чё за хуйня? Блять, дело в том, что, ну, девушки — это двигатель ТикТока, блять. Если где-то танцуют девушки, это значит, ну, все, хайп не за горами. Хуя он, блять, нихуя у него подбородок. Что это за тренд, блять? Бля, я только похвалил, у него такой мощный подбородок, а он, блять, что-то. Жесткий тренд, блять. Пиздец. Ладно, лайк тоже можно. Да, блядь. Опять! А! Если хочешь с нами увидеться, просто приходи на наш концик. Сука, взрывы, пожалуйста, лазеры из глаз. Если не будет, я нахуй скипаю. О, замедление было, было. Бля, лазеров не было из глаз. Хуйня, хуйня. Если хочешь с нами увидеться, просто приходи на наш концик. Don't stop, запарись, сегодня твой парень сидит. Я буду пьяный, слушай, вызови мне такси. Прикол. Нахуй он, блять, как там, блять, это аэропорт, он там один. Если хочешь с нами увидеться, просто приходи на наш концик. Don't stop, запарись. Чё за хуйня? Если хочешь с нами увидеться, просто приходи на наш концик. Don't stop, запарись, сегодня твой парень сидит. Я буду пьяный. Так, дальше, да, следующие тиктоки. Если хочешь с нами увидеться, просто приходи на наш концик. Хуя, все ебашат, бля, реально танец какие-то продумывают, танцы. Блять, пожалуйста, девочки, сразу пишите, есть вам 18 или нет. Вот чтоб в описании было, или прям в никнейме напишите, мне есть 18, чтоб я себя не ограничивал в комментариях. Да. Чё за нахуй, блядь? О, оценил, зацените. Вот. Если хочешь с нами увидеться, это правда, это правда. Это он оценил. Ну это пиздец, это прическа, чел, блядь. Пожалуйста, пусть правда. Если хочешь с нами увидеться, просто приходи на наш концик.
Бля, это хорошо прям, сука, вот это было... Нихуя арт так называемый. Блядь, ебать арт. Бля, вы видели, кстати, у меня арты нахуй в мемах? Охуительные, я там добавляю, бля, ебанутый арт. Если хочешь с нами увидеться, просто приходи на наш концик. Don't stop the party, сегодня твой парень сидит. Я буду пьяный, уж вызови мне такси. Это пиздец. Хочешь с нами увидеться, просто приходи на наш концик. Если хочешь с нами увидеться. Спасибо. Если хочешь с нами увидеться, просто приходи на наш концик. Я понял тебя. Если хочешь с нами увидеться, просто приходи на наш концик. Don't stop the party, сегодня твой парень сидит. Если хочешь с нами увидеться, просто приходи на наш концик. Don't stop the party, сегодня твой парень сидит. Я буду пьяный, слушай, вызови мне такси. Хочешь с нами увидеться, просто приходи на наш концик. Don't stop the party, сегодня твой парень сидит. Блять, я зашел в недры интернета. Я, короче, ребята, это все. Ну, нормально, ребята, поддерживайте, конечно, поддерживайте. Спасибо вам за продвижение, так называемое, 158 клипов. Я вам показываю тиктоки, которые я налайкал специально для вас, ну, кроме вот последних, да, которые прямо сейчас лайкал. Значит, во-первых, я вот лайкнул, мне он часто высвечивается вообще, лагода. Я себе лайкнул, чтобы специально записать U-Boost, U-Boost какой-то. Надзор заблокировал U-Boost, но он заблокировал только сайт U-Boost'а. И прикол в чем? У U-Boost'а новые сервера появились после блокировки, и теперь U-Boost работает намного лучше, чем раньше. И еще U-Boost прорекламировался абсолютно везде. Во всех пабликах, во всех соцсетях, и к U-Boost'у гигантское количество людей подключилось. И людей, которые обходят теперь YouTube благодаря U-Boost'у, стало много больше. Я сейчас это и проверю. Так. Установить расширение. Расширение U-Boost установлено. Так, сейчас, подождите. Включен. U-Boost включен. А ну-ка. Так, смотрите. Просто проверка. Я сейчас нахожусь в Германии. Вот, допустим, вот это видео. О, хорошо, что вы пришли сюда. Чуть-чуть подгрузилось, там все такое, да? Теперь я уезжаю из Германии. Но активируется U-Boost этот. О, хорошо, что вы пришли сюда. Зачем ты нас собрал? Моментально. Моментально. А ну. Опа. Опа. И все пошло, а ну-ка. Все равно, смотри. Не, а, блядь, нихуя. Ага, блядь, ага, блядь. Не, подожди, так изи или не изи, непонятно. Самое мистическое время, и сейчас кое-что придет. О, как раз пойдем. Не, ну смотри, оно грузит. Давай вот просто в рандомное место листаю. Так, сейчас вернем это. Хуяк! Так ты это забыл! Качество подупало. Давай, пикай эту коробку. Вот так я. Так, опять в рандомный момент просто листаю. Подгружает. И все, и в нормальном качестве. Кирюха, давай сюда, давай! Бля, ну походу да. Так, дальше еще, да, что я лайкал? Поехали. Едь в Германию, похуй. Ну, блядь, некоторые вещи неудобно в Германии делать. Дальше, значит, Макшнакнексе. Вот, я вот это вам лайкнул показать. Вот. Ой.
Ну, такой вот вам именно ТикТок продемонстрировать. Блять, вот это, сука, блять, это правда или нет? Просто, ну... Ну, кто следит за этой хуйней, да? Помните, она там сзади у него прошла? Но в этот раз, блять, вот так вот. Мне вообще ничего не работает. Мне вообще ничего не работает. Вот у меня хоть что-то работало в этой жизни. Хоть что-то. Вообще ничего не работает. Подожди, опять там в конце еще было? Вообще ничего не работает. Сука, эти звуки еще охуенные. Так, дальше. Ну это я лайкнул просто, потому что охуел. Все будет нормально, все будет прекрасно, все будет чудесно. У него на майке изображена майка. Ну, просто как бы респект, да, как бы, да. Лайкал всех, кто там, да. Сейчас, подождите, вот это. А, я лайкнул, потому что мне понравилось то, что возвращаются вот эта вот надпись SP-момент, потому что, блядь, это всегда было охуенно, ностальгически, смешно, круто, блядь, SP-моменты всякие. А, блядь, тут мощный же, ну это вчера был, это мощный пиздец. Просто какая-то залупа происходит, просто, ну, сюр, бред ебаный. Хуярит еще себя по голове, этот под звуку все подходит, ну охуенно, но это вчера было. Дальше еще, значит, вам, да, демонстрирую. Мне мой оператор сделал такой необычный подарок. Дим, это вообще что такое? Это что такое? Вот это, сука, ему подарили крышку с ракеткой с этой ебаной, я въебала, бля. Это сервис для чего? Иди сюда, папочка, вот это. Вот это кто такой? Моя машина, а? Сервис для черепития я тебе собрал. Да какой сервис? Мне зачем такие кружки нужны? Сука, с Вайлдберриса все, что с ним связано, купил его. Это вообще что такое? Вот это, блядь. Сердечек там не хватает. Хоть Мэнсери подушку подарил бы. Вот, вот. Это я такое вот люблю. Дальше, ребята, еще я хочу вам продемонстрировать. Я в этот раз лайкал вам более какие-то интересные, а не смешные, да, тиктоки. Вот, это я бы просто хочу сказать, что я бы хотел бы такое в реальной жизни хоть раз увидеть. Вот эти монстр-траки, это ебанутая какая-то хуйня, блядь, они сальтуки. Я отхожу, блин. Бля, это ебануться, я хотел бы такое увидеть. При этом они разъебываются еще иногда. Как это все еще рассчитано, что они не на крышу при... Ёб твою мать. Охуеть. Как? Ну как это, блядь? Охуеть, это правда, блядь? Или это GTA, нахуй? Блядь, почему они всегда при... Ебать твой рот! Охуеть, я бы хотел бы такое увидеть в реале. Дальше, ребята, я очень обрадовался, лайкнул это видео. Я подумал, что нас скоро захватят обезьяны, но потом, блядь, в конце этого видео, блядь. В хижине в джунглях эта самка находит пилу. Бля, прикиньте, я охуел то, что она додумалась, блядь, пилить, блядь, обезьяна. Несмотря на то, что она совершенно дикая, она каким-то образом придумала, что с ней делать. Знаете, что потом оказалось? Рядом они посадили робота-обезьяну, и этот робот-обезьяна все пилил, и понятное дело. Как вы думаете, однородные члены или сложное предложение? Большие члены. Какие? Большой член, большие яйца. Так, Джамал Салдаев вышел из конференции. Этот постоянно по конфам это прыгает. Это не твой класс. Как вы думаете? Блять, такая какая-то даже ностальгия по вот этим временам, блять, когда все дома сидели и нахуй эти ссылки ебаные были. Да, блять, вы заебали, я отложил клип, я отложил, нахуй, я отложил его, блять. Вот это, ребят, ну это просто у меня приступ ностальгии тоже какой-то, я вот подумал, что... Как просили, песня Айс разными голосами.
почему это хайпило? Вот я реально, я не могу понять, почему это хайпило, блядь. Это же хуйня полная. Пиздец, блядь. Я это лайкнул, мне потом с ним еще начало высвечиваться. Смотрите, свинка, морская свинка решила подкачаться на протеинчике. Видали, блядь? Оп, гляньте. Опа. Прикиньте. Блядь, морская свинка как сделала. Потом она не поняла, что происходит. Бля, тут еще прикол в том, что это типа камера наблюдения. И, блядь, ты при... А! Я хотел сказать, что сначала хозяин приходит, видит, что мусор какой-то, всякая хуйня, и потом смотрит по камерам и охуевает. А оказывается, хозяин вот лежит-то, блядь. Бля, мне кажется, что мы живем в матрице, и иногда мобы залагивают. Вот реально моб просто пролагал. Ладно, вот это просто я вам показывал, но, сука, как же это охуительно. Бля, я так и не понял, он либо сожрал, блядь, кошачий корм, либо кошатину нахуй сожрал. Просто в Таиланде я б ни тому бы не удивился, блядь. Фу, блядь, вот это? They're eating the dogs, the people that came in, they're eating the cats, they're eating the pets. Соня говорит, что это какие-то... Блядь, я забыл, она смотрит видосы. Есть какие-то монстры, которые вселяются в собак и кошек и потом убивают. И когда собака или кошка себя странно ведет... Скинволкер, блядь, да! Вот это хуйня. И Соня говорит то, что это все скинволкеры. Вот это скинволкер. Она мне всякую хуйню кидает и говорит, это все скинволкеры, это страшно. Вот. Зацените, я еще думал, лайкать или не лайкать, да? Вот, все, это ради концовочки. Так, еще. I shall speed в Таиланде нашел себе девушку. I look handsome? Oh, thank you. Hey, look, though, I'm already going to city, though. Like, you trying to call me type shit? You want to call me? All right, come on then. Close my stream, close the stream. Бля, самое главное, типа, close the stream, типа, блядь. Extend it. What do you mean, Ag? What is your gender? Блядь, Таиланд! Бля, просто он охуенный. Он просто охуительный. Ебать, бля, но тут харизма просто ядовитая. Охуенно, охуенный чел. Нихуя себе кондиции набрал, ебать, в моменте. Ой, хороша была, ебать. Ну, что, так называемые кондиции именно вам продемонстрировал, да? Здравствуйте, подскажите, что у вас играет в наушниках? Бля, мне кажется, что на самом деле это чаще всего так и происходит, блядь. Так и, ну,
Блять, а у него тишина 10 часов на ушке. Ладно, я еще, ребят, я не понял, нахуй я это лайкнул, но я теперь хочу в Роблоксе в эту хуйню поиграть. Короче, кто-то за монстра играет, блять, а кто-то за людей. Зацените, что за монстра начал делать. Блять, потом он с калашом нахуй приходит. Короче, как он свернется, надо играть. О, вот это я хотел снять. Типа, я хотел снять ТикТок дуэт. Ребята! А то, что выложили Майнкрафт фильм, это, оказывается, был прикол! Вот настоящий трейлер Майнкрафт фильма! Кстати, выглядят некоторые кадры вообще охуительно. Этот пиздец вообще страшно, блять. Ну это пиздец. Нихуя себе. Да не, фу, бля, не. Это... Еба. Нихуя, вот это, кстати, прикольно. Вот это очень круто, Эндер часто обработан. Я бы в жизни бы с ними торговал. Хуя, реально. Ну не, ну бля, ну на такой бы не повели бы. Ебать. Прикольно, просто прикольно, интересно, классно, страшно чуть-чуть. Так, дальше еще, да, вам тиктоки? Бля, я сначала не понял, потом как понял, нахуй. Ну все, типа. Вы не поняли? Или вы поняли, блядь? Потому что вот именно, что я сначала смотрел на Rust, блядь. Я сначала смотрел на Rust, а потом я нахуй увидел, что он ебашит в Rust на коне, блядь, в квартире, блядь. Он хуярит, он на коне играет, конь живой, блядь, стоит. В стену смотрит, блядь. Ну у меня теперь просто идея стрима. У меня теперь идея стрима ебанутая. Dorime, interimo ad appare dorime. Скинволкер. Блять, ебаные скинволкеры, блять. Lanciremo dorime. Amelo. Omanare interavi. Смешно поет. Бля, ну сегодня мало задонатили, 50 тысяч всего. Но этого хватает только на еду. 50 тысяч? Так этого на еду только хватает. На какую еду? Чё ты там ешь, блин? Ну, доставка, плюс заправить машину, аренда машины, аренда квартиры, заплатить за квартиру, нихуя себе. Так это тебе за один день надо начали. Ну да. Так, а еда что, бесплатная? Нихуя себе. А что вот, ты вот, в день ешь на 50 тысяч, ты мне скажи. Ну, дорого, это ж кайворок. Понимаешь? У меня у мамы с папой зарплата 50 тысяч. Ну, блин, братух, ну смотри, вот ты идешь в шахту, да? Ты там киркой хуяришь? Ну, типа, 24 часа. Ну, нихуя не делаешь особо. Блять. Какой ебашишь, ебашишь. А я разговариваю 7 часов. Ты вообще чувствуешь разницу? Типа тяжелее? Ну, конечно. Блять. Бля, ну сегодня мало задонатили. Так, сейчас я проверю, сколько вы мне сегодня задонатили. 3 тысячи. Я оффаю стрим, нахуй. Ладно, ребята, еще вот вам ТикТок. Физика. Вот как работает именно так называемая физика, именно работа физики.
Пиздец. Видишь это дерево? Да. Ты видишь это охеренное, мать его, дерево? Да, вижу. Ударь его. Ударить? Да. Кто понял, тот понял. Да. Так, вот это я вам лайкнул, но мне уже такое кидали, сука, да это вообще прям... Всегда была еще, ну, идея, я не помню, это делал, я помню, что у меня идея была котят класть в ведро и вот так вот ведро раскручивать, но это же карусель охуенная же, блять. Берешь котят, ну, человек-то удовольствие получает от всяких штучек, блять. Вот-вот, вот, ребята, гольф, я думаю, опять гольфом заняться. Интересно именно, конкретно, блять, бля, нихуя себе. Хуя... Шарик полетел. Ну, это я такое лайкнул, чтобы вы понимали, что я Игорю кидаю. Вот это мне стало интересно, хочу запомнить, я лайкнул. Сентября в Стиме выходит новый и очень интересный выживач. А на данный момент уже доступна бесплатная демка, зайти можно ознакомиться хоть сейчас. Я сейчас просто опишу, о чем эта игра, а ты в комментариях попробуй угадать, на чем основана. Прикольно выглядит. Вы будете играть за ученицу одной легендарной ведьмы. Но свой путь в жутком и интересном мире вы так будете... Так это все, это легендарная ведьма, это Баба Яга. Самостоятельно. Отделывайте и обставляйте жилье по своему вкусу. Исследуйте процедурно сгенерируемые природные территории. Знакомьтесь с животными, берите их с собой в путешествие. Бля, прикольная хуйня. Собрать ингредиенты и просто прикольная зелья... хуйня. Я лайкнул, чтобы запомнить, может поиграть в игру. Хочу секса. Хочу секса. Будешь вкусняшку? Хочу секса. Я на самом деле лайкнул, чтобы найти эту кнопку программируемую, блять, и себе купить и записать туда сам, что хочу, блять. Хочу секса. Но я запишу примерно то же самое. Где эту кнопку, блять, взять? Почему для людей такая не продается? Не, ну а чё? Who are you? I am Steve. Вот-вот, блядь. Вот-вот, блядь. Вот-вот. И, ребята, это всё, что я вам хотел показать. Это все тиктоки.